have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами в Halo продолжаем. Так, второй остров, ну, грубо говоря, вторая территория. Посмотрим, что у нас есть. Я, опять же, позачищал всякую шелуху здесь, то есть пооткрывал все красные базы, поосвобождал всех этих солдат, вот отряд такой-то, отряд курьер, отряд всякое такое, все вот эти вот отряды также. Я так понял, что у нас по карте валяются арсенал Мьёльнир, это дикий кован, это костюмы, но эти костюмы только для онлайн игры, все равно их пособирал. В общем, вот первая территория, тут у нас остался один костюм, который я забыл, он находится аж здесь, в самом конце, мне просто пока что лень было за ним идти. Также на первой территории у нас остался один очок спартанца. Вот он. Видите, модуль спартанца. Причем здесь есть один завершенный, а есть один незавершенный. Это как раз та башня, в которой мы были с вами в прошлой серии. Пошел я искать этот модуль. Не нашел его. Башня, кстати, опять заселена упырями. Но это такое, по мелочи. Обыскал все. То есть он мне показывает метку. Я прихожу туда. Там очень-очень непонятно. Провел там минут 30, наверное. Но на крыше этой башни я нашел череп. Теперь, если вы видите, внизу есть определение всего, что там находится. Это последнее очко спартанцев на той территории. Я там подобрал на крыше один череп, и второй где-то еще остался. И видите, еще серые такие кружочки, 0 из 2. Это артефакты предтеч. На второй территории я нашел один из таких артефактов. Вот он, артефакт номер 2. Просто огромная такая сфера, которая стояла. Ну, мне помощник сказал, что в ней заключена куча информации, но как ее достать, мы пока что не знаем. Опять же, надо искать. Тут будет... Там два таких артефакта, тут еще где-то один такой артефакт, и опять же, тут ни одного черепа я не нашел. Теперь, что у нас по улучшениям? По улучшениям у нас полностью вкачан крюк, насколько это возможно. У нас полностью вкачана броня, насколько это возможно. После этого модули спартанцев у меня все-таки закончились. Поэтому на радар мне не хватило. Но у нас с вами сегодня план. Мы пойдем вот таким вот образом. Мы сейчас пойдем с вами освободим кузницу Теша. Я практически уверен, что в каждой такой фиолетовой локации у нас их на карте одну я зачистил. Вот здесь. Там, видите, там был модуль спартанцев. Здесь. Да, здесь будет один. Здесь будет один. Здесь будет один. Это 3. И потом вот основное задание. Там будет 2. Получается 5. Это как раз недостающие... Погодите, недостающие 5. У меня 6 модулей не хватает. А, значит, где-то есть еще один. Ну, к этому мы еще доберемся. У нас есть Бибаб, это Баунти Хант. У нас есть Балкарус, это Баунти Хант. И у нас есть Икновус, тоже Баунти Хант. Ну, посмотрим, как это все будет. Один Баунти, который тут был недалеко. Вот, Фав Сибарим я прошел. Мы с вами сейчас пойдем вот так и вот так. Я думаю, что вполне на сегодня будет хорошо. Поехали. Без дальнейших промедлений. Стилем Человека-паука. У-ху! Я уже научился немножко на этой штуке летать. Ты кто такой? Ого, вот это мне прилетело. Сейчас я вам покажу, что мы еще можем делать. Вот так вот можем делать. Да, ты меня тут убей еще. Прикиньте. Вот это начало серии.
вот эти белые маленькие ребята, они просто офигенно прокачанные. Их... их не всегда убивает вот это вот... Так. Что за уничтожение? Я не понял. Гранаты. Там еще, по-моему, кто-то, да? Кто меня сзади-то бил? Кто эти люди? Почему меня атаковали вообще? Что здесь происходит? Я просто шел по улице, блин, никого не трогал. High priority, я понял. Ну, мы сейчас их немножечко подзачистим. Не, мне нравится эта новая набилка. То, что мы можем влетать в толпу и еще и дополнительно разносить. Хорошо, без проблем. Так, гранатометчика сняли. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Они из дробашей стреляют? Ты можешь, пожалуйста... Вот же ж дурак. Говорю, можешь, пожалуйста, не бегать? Сдохни, тварь. Попросил по-человечески, можешь, пожалуйста, не бегать? Ага, сейчас, блин. До свидания. О, привет. О, пока. Уничтожаем просто на молекулярном уровне. Ракетница? Оу! Чё-то с ракетницы чувак очень крепкий был, мне кажется. Так. Не-не-не, по внутрям я потом схожу. О, снайпер, я понял. Где снайпер? Вот он. А, это еще не обычный снайпер. Погоди. Я сейчас подойду. Да, ёлки-палки. Ну, пока ж, конечно же, ж это... да, есть обычные снайперы, есть вот такие вот бронированные снайперы. Его фиг прошибешь. Ну, типа, я его, конечно, убил. Но было уже поздно. Сейчас его надо сразу убивать. Я тоже так могу, видишь? Стой, стой, целься в меня. До свидания, тварь. Так. А, турелька? Турельки я тоже не очень люблю. Ну,
До свидания. Тоже ушел. А, вот вы, дробаши. Успокойтесь. Серьезно? Тут есть такое? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Эй, фига в гранатометчик. Минус мелочь. Не-не-не, чувак, успокойся. И ты тоже успокойся. Чего вы такие все агрессивные, ребят? Орут еще что-то, прикинь. Так, слушайте. We're too much for him, да. Дюракус? О! Поинт этого спартанца. Случайно вообще. Хорошо, что сразу нашел. Я бы потом задолбался искать по всей базе. Это мы им поломали ангар, да? В котором они чинятся. Блин, я нифига не слышу из-за вот этого, то, что они трындят. Мне сражаться надо, а... О, дверь работает, хорошо. Вот это можно тогда еще дернуть, пока оно здесь. А, дверь в ангар можно было открыть. Так, хорошо, дергаем вот эту фигню. Это у нас источник энергии, который нам нужно взорвать. Сам взорвется или нет? Вот, нормально. Не-не, нормально. Ладно, давайте так. Я не против. Много патронов на это уходит. Я бы нашел бы, наверное, какую-нибудь машинку, которая бы бесплатно бы мне все это делала. Давайте ту дверь откроем. Так, гренки. Ну, гренки, по крайней мере, тут есть. Давай. Опа. Просто чтобы у меня была дорога к отступлению. Так, кузница. Кузница ваша не выстоит, ребята. У меня для вас плохие новости. Чертова турель. Видели, да? Да, подкрепление. Давайте тут переждем. Блин. Вот турельки меня больше всего парят, потому что, ну, тут такая фигня. Их можно только взорвать. О, вот и тут. Они с этой стороны придут. Да, тебя туда же. Я не понял, что по мне стреляет? Что, самый хитрый, что ли? Дайте машину, как... О!
Сдохни, пожалуйста. Да не, чувак. Блин. Мало жизни. Да, я не то сделал. Я взять хотел. А, это не турель, это... Минус, хорошо. Перегрелся, молодец. Туда тебе и дорога. Фух. Так, это поломанные машины, да? Все, ребят, выбираемся. Как сюда зайти? Снизу. Что, блин? А где? Отсюда, что ли, заходить? Погоди. Да, снизу какие-то ходы. Давайте сюда. Я думаю, вот так. Джиггернауты какие-то. Так, это мне вроде не надо. И тут сразу же гравилифт есть. То есть меня сейчас к ним просто закинут вот так вот. Оп. Блин, чуваки с мечами. Надо, кстати, меч будет попробовать. Мне интересно, как он работает. Но мне как-то никак руки не доходили до него добраться. Может быть, как-то и возьму. Мне просто нравится этот револьвер. Он прям хорошо работает против практически всего у них. Юниты толстые. Подкрепление. Зараза, чуть не это. Кто? Снупер появился? Где? До свидания. Да-да-да, я про то же. Так, в общем, после каждого действия, когда мы открываем реактор, когда мы освобождаем гараж, приходит подкрепление. Да, сейчас бы в отпуск. Сейчас бы... В общем, после вот этой стадии ему нужен один патрон. Будет подкрепление? Ну, должно быть, по идее. Турелька. Можно за турельку сесть, но она уже никакущая. Сдохни. Сдохни. Не обязательно меня убивать, слушайте, ребят. Что за дурная привычка?
Давайте тогда то, что здесь наверху, мы сейчас вот эти... быстренько откроем. Чтобы они тоже начали выезжать. Пусть уже придет чертово подкрепление. Я понимаю, что там внизу еще... А, все, тут уже не было. Вон там. Кого ты там... Иди сюда. Так куда ты бежишь? Стой. Бежит он. А, я здесь гараж не доломал. Серьезно? Вот в чем прикол. Я думаю, что за... Ладно. Я кого-то убил прям там. Мне кажется, чувак, ты спотыкнулся. Ты плотный. Вот эти огромные бугаи, прям офигеть, какие плотные. Блин, вот здесь надо было со всего маху ударить. Я что-то пропустил тут. Можешь переставить это на другую кнопку, кстати. Так, у нас есть еще три цели, они там внизу. Мне интересно, что вот тут находится. Потому что, ну, не зря, что оно туда как-то идет. Уничтожить цистерны и что еще? Ремонтные мастерские, ну это понятно. Это он отсюда выбежал, этот чел, который потом убегал от меня, да? Минус. Минус. Добегались. Или это в те же шахты выводит? Это в те же шахты выводит, так неинтересно. Нет, ну как бы интересно, но могло быть лучше. Гренки подбираем. Ну, в общем, смотрите, зачистка базы. Кстати, насчет улучшений. У меня... Улучшить. Один очок, просто сразу его вкину, потому что больше не во что. Поэтому я не вижу смысла тянуть с этим. Как он в воздухе такой ударил? И что, блин? Свидание. Там снайпер, я видел. Так. До свидания. Надо будет, кстати, энергию на снайпу у этого чувака взять. Я думаю, у него снайпа была. Я знаю, что френдли. Погодите, ребят. Я сейчас базу освобожу. Вас и так развяжет. Стиль Спайдермена, блин. Сзади? Не-не-не-не-не, чуваки. Так не пойдет. Раз уж я получил машину, маленький мальчик нашел пулемет. Зря вы мне ее показали, так бы вы медленнее сдохли. Блин, он кинулся на меня с двумя гренами. Снайпа тут была, не тут, я не помню. Да, тут, хорошо. Все, поехали дальше.
Привет, чувак. На машине становится X3 весело, серьезно. Вот когда на захвате базы дают машину или что-то такое. У них есть еще какой-то другой тип машины, я на них еще не катался, мне просто больше нравится это. Там стреляет какими-то то ли бомбочками, то ли чем-то. Это стреляет лазером. Упс, что-то рвануло. Инкамин на тебя, машина тебя сейчас задавит, чувак. Все. Причем их же машины, они управляются лучше, чем наши машины. Вот такая вот ирония. Вот, вот это второй тип транспорта. А ты там что забыл? Это ж та часть, которую я уже зачищал. Вы что, откуда вы тут появились-то? Упыри. Машина причем не бессмертная. Ее, конечно, тоже могут подбить все дела, но... Опс, сбили. Если нормально маневрировать... это ничего не угрожает. На машине можно зачищать вот базы, можно делать все, что угодно. Так. О, чувак, стой. Такой, сюда. Ну, окей, сюда. А тут кто был? Сейчас просто подкрепление придет. Я это подкрепление из этой машины и сниму. А, еще вот по... Сейчас еще третий реактор вытащу, чтобы из машины можно было пострелять, не тратить свои патроны на эту фигню. Оп. Потом пойдем гаражик поломаем. Значит. Два. Я их разве не три вытаскивал? Да, хорошо. Теперь repair base. А подкрепление будет? Нет? Ребят, ну я же вам тут эти разношу. Ну все, по идее, с базой мы разобрались. Видите, готово. Nice work. We're two for two on maintenance depots. Whatever the banished are after with this equipment, their job just got a lot harder. Так, я здесь не нашел две аудиозаписи, но потому что как бы я был немножечко занят тем, что я разносился вокруг. А, пока мы здесь недалеко. По крайней мере, мне хорошо, что я нашел. Очко спартанца, как бы я для себя... Ой, привет. А зачем ты тут? А кто ты? Оставшийся в живых зачем-то. Я для себя обозначил некие такие, то есть важные и неважные вещи. Важно это очки спартанца, потому что это прокачка. Неважные вещи это... всякие аудиозаписи, всякое такое. Ну, то есть, это важно для лора, но... я без этого проживу, потому что я не делаю по процентам... Сейчас. Мы быстренько всю свиту зачистим, чтобы мне не мешал никто. Упс. Ну просто так явно проще будет, чем ходить в рукопашку, с ними связываться. Машина гораздо более маневренная, чем пешком бегать.
вот наша цель, видите, он обозначен сразу красным, чтобы мы точно не забыли, на кого мы охотимся. Да не булькай ты уже. Все, и они все равно говорят, вот мы убили цель, давай теперь зачистим остальных. Так что все равно придется убивать всех. Чувак, тебе немножко... Черт, меня немного взорвало. И ему немного досталось, и мне немного досталось. Но я думаю, мне этой машины хватит, чтобы зачистить... Грена! Все? Great work, да, отлично. One less member of banished command to worry about. I bet the rest of the brass are terrified of you. And if not, they sure should be. По-моему, за зачистку мне должны давать оружие. Ну, такое, чтобы я потом мог забрать его. Где моя пушка, ребят? А, вот она. Вот, теперь этот револьвер я смогу получать на своих базах как оружие, ну, в начале. То есть, остальные оружки это... Это если я найду, не найду, а это, эту оружку я смогу получать прямо в начале. Хорошо. Вот, вы посмотрели, как происходит зачистка баз, как происходит Bounty Hunt. Теперь, ребятушки, поехали на задание, немножечко на сюжетное. Посмотрим, насколько еще хватит нашего Тарантаса. А если я найду где-то, я поменяю его, конечно. Ну, то есть, вы видите, на машине все происходит просто в разы быстрее. Вот, приходишь, пью-пью-пью, она не перегревается. Да, у нее прочности не так много, но увидите, это бластеры, которые не перегреваются. Ой, вышло. Фигли, там снайпер, ры. Да блин, хоро... Что меня убило? Что меня убило только что? Я честно не понял. У меня машина взорвалась. В чем была проблема? Да лопни уже. Да, я слишком быстр для вас, уроды. Я со снайпером сейчас разберусь, погодите. Это очень глупый способ разбираться со снайперами. Поэтому мы сейчас пойдем другим путем. Идите сюда. Два косых. Фух. Чем мы там еще могли забыть внизу? Давайте посмотрим. Этих вышек у нас на этой территории осталось еще 7. Где-то. Они никак не обозначены, их нужно прямо искать. Так, ну у них турелька была. Опасные ребята. Могли бы быть. Если бы нет. Короче, я не знаю, как к этой игре относиться. Она классная, она офигенная, все дела, но... Ну, я не могу сказать, что ее полностью серьезно преподносят. Нет, она хочет быть серьезной, но Кортана постоянно дает шуточки. Вот, и... Да, наконец-то мы пришли по заданию. Так, а что тут? Кого? They are doing exactly what they've been doing since they got here. Scavenging,
tearing everything apart to fuel this war. How could they? They're ruining this place, and for what? And for what? That's already happened. Turn down for what? Ой, тут есть новое. Спасибо, я пересяду. То есть нам получается въехать в руины? Да-да-да! Я про... Угу, я понял, поехали туда. Я думаю, не зря мне машину дали. Зря? Ясно. Мне просто... Чем они... Ёлки! Вот чем! Вот чем! А машину мне дайте, блин, там был пулемет, мне это нравилось. Дайте еще одну машину. Это выглядит как что-то большое. У вас большие пушки, теперь, ребят, у меня будут большие пушки, а у вас будут большие проблемы. Валим. Блин, меня убьют сейчас. Да. Мне просто не было места спрятаться. Их дофигища, они все толстенные. Хочу ли из этой штуки стрелять? Она... Большая и неповоротливая. Вот что я хочу сказать. Брось! Хорошо, все, теперь мы справимся. А, кстати, где там был? Этот гараж сейчас уже не найду, да? Найду. Блин, у меня-то брали новый транспорт. Вот это вот, это был... Ёлки! Вот ты сам этого хотел. Очень, очень жалко, что у меня так вот глупо просто взяли и отобрали транспорт... Где ты? Так а где ты? Тебя-то я вижу. И, кстати, по-моему, нельзя дать... Валим. Эх, блин. Промазал. Недоумок. Нормально, блин, разбили мне мою машинку. Но я, по крайней мере, успел босса замочить. Ну, грубо говоря, того, кто тут был за босса. А, так у вас тут еще одна есть. Вот за... Понял. Блин, он упал. Эта штука уже дымится сразу, да? До свидания. Фух, так, мне сохранили. Чё нам... А, отключить эту фигню. Это правильно я что-то нажал, да?
Видимо, да, еще два таких. Так, смотрим аккуратно. Тут где-то должен быть модуль спартанца. Кнопку зажимать надо. Чем? Как? Ладно. И не вставай, да-да-да. В общем, кнопку удара в полете нужно зажимать, а не нажимать. Вот такая вот ошибка. Иначе твой удар в полете превратится в бесполезный просто удар, прерывая полет. Ой, чуваку поплохело. Короче, еще по мелким надо просто стрелять. Так, вторую. Looks like the laser controls are by that window. Отключить лазеры. Just give me a sec. А третья тогда выключать для чего? I can't shut it down. Then we destroy it. Way ahead of you. There are two power regulators down there. All we need to do is manually expose each regulator's cooling pylon to trigger a cascade effect. And by we, I mean you. And by trigger, I mean shoot or blow up. You get the idea. Да, без проблем. Там что-то еще прилетело, да? Somebody help! Да. Я могу его... Так. Тут где-то... Там ракетница была, если что. Твари, выцеливать они меня будут. Кто? Понял. Понял, погодите. Погодите, понял. Фига себе тут снайперов развелось. Вон он, вижу, вижу. Иди. Ага, вижу. Как тут играть без снайпы? Никто не подскажет? Это же невозможно. Импосибру. Привет, чувак.
Это вы гренами меня так закида... Ого! Блин. Нет, сложно. Нет, блин, сложно, ребят, вы чё? А где сейчас... Жусь. Я типа попадаю? Нет, не попадает. С другой стороны надо, я понял. Мне надо сюда. И тут была где-то ракетница. Да. Иди сюда. Ладно, оно того стоило. Дай сюда обратно револьвер. Ракеты очень быстро кончились. Жаль. Ну чё мне, кемперить вас что ли? Я вас понял. Снайперы реально очень жесткие ребята. Нет, нет, знаете, как бы это сказать? Очень жесткие лохи. Откуда ты это стреляешь? Там стреляют еще. О-о-о, кто-то тут бухтел. Погоди, может, какой-то элитник? Вроде нет. Я же знал, что я попал. До свидания. Так, стойте, 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 стойте. Это так не делается, погоди. Выйди, пожалуйста. Мне не нравится быть рядом с бочками взрывоопасными. Где эта штука находилась? Вон там? Блин, чертовы щиты. Human die. С какой стороны оно открыто, я не вижу. С этой? Все, супер. Открываем вторую. Видимо, да. У меня такой звук мотоциклетный у этого комбайна. Deploy forces? Не надо, ребят, давайте. Чёртовы самоубийцы. Какая самонадеянность! I have him! Ты не сдох? Жаль. Эта штука еще живая. Я думал, он взорвется, но он еще живой. Значит, из него еще можно пострелять. Не видно нифига из этого прицела. Ugh.
Блин, убьет сейчас. Погоди. Может, тут что-нибудь найдется? Найдется. Да залезь! Бесит. Как раз хватило, чтобы этого чувака добить. Так, теперь вот этот урод. До свидания. Жесткие ребята какие-то прям. Фу, такими быть. Где его открывать? Вон там. Идем. Блин, территория очень запутанная. Тут искать потом что-то будет очень трудно. Так. А. Сразу подкрепление приехало. Не-не-не, все-все-все, до свидания, я ушел отсюда. О-о-о-о-о-о, тут прям веселье началось, да? Так, в угол не загоняемся, не надо. Плохо. Самое отвратительное, что они с корабля дают прикрытие, и по мне еще... Пушки с корабля фигарят. Неудачники. Что, еще два надо, да? Я на тебе подъеду. Будешь моим такси. Спасибо. Бежит, бежит, бежит. Бежит, видели? Добежал, еще и урон мне нанес. Так. Ты думаешь, я тебя не вижу, тварь? Сейчас. Все, есть, да? Все. Фух. Ты про кого вообще? Ты с кем ты разговариваешь? Давайте выходите сейчас, пока я с пулеметом, потому что, ну блин. А, сейчас будет босс, серьезно. Каждая шлока, она же должна заканчиваться боссом. Че это я? В каждой локе есть босс. Так, это мне не надо. Поэтому, скорее всего, это то, что сейчас и случится. Где? Ага, понял. Да, он такой. Он вернулся. Еще одна макака. Ну, давай мы тебя тоже убьем. Блин, оно рукопашник. Чиф, I see him. Спасибо, я знаю. Ты
Ох! А кулдауна у тебя вообще нету, да, дружище? Я тебя понял. Ну, то есть, чтобы махать таким молоточком, там вообще-то кулдаун должен быть хоть какой-то. Я не зря с тобой таскал все эти гранаты, ребят. Так, молоточек. А, у него тоже есть... Энергия твою за ногу. А где мой револьвер? Вот он. Спасибо, я не знаю, я пока не готов к такому. А... Не, ну босс чисто разошелся на гранаты, серьезно. Надо больше с собой гранат таскать. Они к нему прилипли и облепили... На самом деле неплохо, учитывая, что одна такая граната полностью меня убивает. Is there a problem? Of course not. Of course not. Красиво. Let's see what's down there. Посмотрим, да, что там. Я не против. Laser was modified very recently to cut into the ring. Modified? By who? Definitely not by Bassus back there. The formula is very sophisticated. Whoever made the change, they didn't just modify the Forerunner architecture, they improved it. Неплохо. Oh, and there are a lot of banished in the conservatory. They've been down there for days. We are walking into another trap. And you left that till last? Are you scared? No. You? Of course not. I've got you to keep me alive. Oh, and 63 millimeters of titanium alloy wrapped around our neural interface. I'll be fine. Yeah, but sure. Good to know. Так. Тут два поинта спартанца, да? Один здесь. Где-то. Сейчас посмотрим. Фига себе. Вот это приныкано. И один... и тут еще один костюм. В общем, после зачистки базы ее округа тоже становится видимой, грубо говоря. Это не череп там был, это был шлем. Нет, это было очень похоже на череп, согласитесь. Я один там. Я сейчас пойду возьму. Я так понимаю, что следующее задание, оно уже следующее. Поэтому, естественно, на него мы сейчас уже не пойдем. Я хочу взять поинт спартанца. Наверное, про... Кстати, нам не дали новые умения, если что. Вот тут тоже все мертвые. Дай сюда, дай сюда. Вот почему их там было, ну, типа, 6. Потому что вот тут было 2, хотя изначально был указан 1. Ну и возьмем броньку разноцветную. Хотя, опять же говорю, тут мы ее не увидим, и тут ее не будет. Но я их собираю. Типа коллекция. Все, ребятушки. И тогда на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда.